Всем привет! Продолжаем и развиваем тему ароматов для начинающих. В этой подборке аромат от бренда DuPont. Вот аромат DuPont Essence Pure Ocean. Это первый аромат от данного бренда, который я купил. И в целом это, наверное, да, первый аромат, который я купил. И с этого аромата у меня началось увлечение в парфюмерии. Вот. Это 50 мл, как видите, активно юзу. Года два уже прошло. Вот. Аромат изначально мне не нравился. Но все-таки я с ним познакомился. И все-таки плохая идея вот этот аромат с сильным уклоном в акватику юзать зимой. Он теряется, вы его не ощущаете. Вот. Опять же, это не похоже на всякие варианты типа Aquadigio и так далее. Этот аромат классно подойдет, особенно в таком небольшом объеме, куда-нибудь на Мальдивы, либо на какой-то другой жаркий отдых, где мощная жара. И в эту жару этот аромат просто нереально раскрывается, особенно на берегу океана. Вот. Цена хорошая. Есть еще вариант обычный. Essence Prom, что-то такое. И там, короче, не голубой флакон, а полностью прозрачный, там, или сероватый. Вот, тоже отлично подойдет. И он более универсальный, вот. Идем дальше. Это у нас раздетый пассажир. Тут должна быть обложка из кожзама, но она посыпалась, потому что аромат у меня 15 года выпуска. Вот, время никого не щадит. И заодно покажу DuPont Prom. Оба варианта безумно универсальные. Я дам предпочтение вот этому аромату. Почему? Тут больше стойкости, и он звучит немного прохладнее. Я люблю более прохладные ароматы, нежели теплые. Тут у нас розовый перец, я слышу, розовый перец прямо с деревяшками. Тут я больше слышу цитрусы с где-то отдаленно с черным перцем. Вот. Ну, оба аромата классные, но, как по мне, это звучит покрасивее. Стойкости больше у этого аромата. Шлейф плюс-минус одинаковый. Оба варианта безумно универсальные. На любой сезон, на любой случай, на любое мероприятие. Так что смело покупайте, стоит копейки. И на этом все. Всем удачи, всем пока. В описании будет ссылка на телеграм-канал.